А вот в Томске почти весенняя погода, что горожан радует, но губит Деда Мороза, Снегурочку и остальных сказочных персонажей. Из-за плюсовой температуры начали таять ледовые скульптуры, которые мэрия уже поставила на улицах. О серьезной опасности для горожан речи пока не идет, но чиновники планируют огородить ледяные изваяния лентами и установить предупреждающие таблички. Неожиданное потепление сказалось и на внешнем виде фигур. Их восстановлением займется техническая служба, как только похолодает обратно. Понижение температуры синоптики прогнозируют уже в пятницу.